Десятки людей разных возрастов, характера и профессии, такие не похожие на первый взгляд, но объединенные одним – стремлением стать лучшим в своем деле, собрались сегодня в зале Брестского академического театра драмы. Это целеустремленные, инициативные люди, идейные вдохновители и покорители самых высоких вершин. Они руководят большими коллективами, строят дома, выпускают качественную продукцию, которая становится брендом не только области, но и страны. Все это о людях, которые удостоились звания «Человек года», и о победителях конкурсов за достижение наилучших результатов за прошлый 2020 год. Прошел определенный этап времени, это где-то год, где-то чуть более, и нам в области, и в республике подведены итоги работы наших предприятий. Это, конечно, социально-экономическое развитие Брестского региона. Это подведены итоги «Человек Брещины». Это, конечно, лауреаты различных премий и наград, которые сегодня награждало наше правительство и страна. Это, конечно, те лучшие предприятия, которые сегодня добились самых лучших успехов в экономике, в социальной сфере и в тех показателях, которые мы все делаем для народа. Символично, что в этом году мы награждаем победителей накануне государственного праздника Дня независимости Республики Беларусь. Ведь только благодаря труду наших людей, их профессионализму и ответственности мы можем сохранить и укрепить суверенитет нашей страны, подчеркнул в своем выступлении председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. За личный вклад в социально-экономическое развитие области по итогам работы за прошлый год почетного звания «Человек года» в различных сферах удостоены более десятка жителей региона. Кроме того, поздравляли лауреатов конкурса премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. В 2020 году приняла участие и победила в этом конкурсе 49 организаций, которые относятся к Брестскому региону. Для статистики всего принимало участие 176 организаций по Республике Беларусь. Если сравнивать с другими регионами, то в 2-3 раза Брестская область превышает по количеству организаций, участвующих в этом конкурсе. Это свидетельствует о том, что качество в Брестском регионе находится на первом месте. И мы оцениваем ту роль, которую уделяет руководство Брестской области, очень существенно и очень ответственно подходит к данному мероприятию. Да, цифры статистики красноречивее всего говорят о высоких результатах Брестской области. И все достижения, которыми гордятся жители региона, являются итогом трудолюбия и таланта наших людей, их вклада в развитие области. И нет никаких сомнений, что все награжденные люди дела, люди, преданные своей работе и родной земле.